И всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Димон Покемон, как всегда, отличное настроение. Сегодня мы играем в Scrap Mechanic, будем вам поднимать настроение, улыбаться. Если вы кушаете и пьете, приятного аппетита. Всем привет. О, Папайрус. Прикольно у него сделано на колесах. Это напоминает, как с той серии, да, был? Тоже, а кто у нас был в той серии на колесах, уже забыл. Крипер, вспомнил. А, да. Теперь этот на колесах. А здесь седлушка. И что, ты его заклинил про... А, ты сел. Димон! Ну-ка, да я сяду. Ты, Димон, догадался, да, кто это? Да, Папайрус. Папирус. Так, поехали, тихонечко. Ну-ну-ну-ну-ну, видишь? Аккуратнее, а то видишь, тут плохо его сбалансировали, он упадет. Тихо-тихо. Это из Undertale сердце. О, залезай. Оно летает по-любому. Круто-круто, Димон. Да, я полетаю. Короче, зажми первую кнопку, а потом вторую. И вторую зажми. Во-во-во, я понял. Четвертая кнопка закрывает двери, а третья я не знаю что. Вперед лететь. Надо. Не? Димончик, я сажусь аккуратненько. Давай, прям очень аккуратно. Да не получилось. О-о-о. Очень. Нормально получилось, я думаю. Во. Садись, полетели немножко. Летающее сердце, вот это круто. Ай-яй-яй-яй, Димончик, сейчас еще раз дубль два. Сейчас, знаешь, как я сделаю? Нет, секундочку. Нет, опусти, сейчас я. Я знаешь, что хочу? Вот так. И закрыть дверь еще. Вот, полетели. Ого, тут механизмов сколько. А теперь открывай дверь. Ой, что-то ее клонит немножко. Вау, я улетел. Я вниз лечу. Давай. Ничего себе. А, снизу не страшное сердце. На метеорит похоже. Сейчас приздавит меня. Так. Смотри. И? О, цветочек. Просто цветочек. Он механический? Нет. Нет, он декоративный. Такой смешной. Смотришь на него улыбку и тоже смеяться хочется. Посмотри. Чара. Вот именно. Вот. Нам присоединился мистер Керби. О, это подписчик мой. В каждой серии все лучше и лучше пиццерии у нас. Димон, кто это? А, это марионетка со шкатулки вылазит. Да. А это кто? Шея такая странная, пружинистая. Это, наверное, маленький эндоскелетик. Или балунбой. А это на Фокси не похоже особо. Не, это Фредди в какой-то с красным цилиндром. Очень странно. Вот здесь смотри, какая-то тоже штучка. Сейчас я удалю их. Оп. А ты чё, Бонни гитару типа держит? Хотя крючок в руках, как Фокси, что ли? А здесь даже механизмов, Димас, нету. Вот кнопки есть. Да. Но она, значит, в подвешенном состоянии, они не будут работать. Смотри. А чё это с ним? Он странный, это какая-то первая модель Фредди. Просто её никто не видел. А, кстати, тут должна быть где-то кнопка. Это ещё, короче, Димон, он на бензине. Заливаешь бензин и заводишь его. С веревки на такой, дизеле. Шморгалки. На дизеле. О-о-о. Дизельный, да, на дизеле. Его запретили, потому что много выхлопных газов с него. Загрязняет атмосферу. Впереди тут много. Так-то он прикольный. Вот почему кнопка на жопе, это очень странно. О! Голова Бэйби. А чё, она съест? Это язык ее, что ли? Ой-ой-ой, ты чё, испугала меня? Короче, становишься на эту красную штучку, она тебя сжирает. Ну, якобы. Якобы. Смотри. Вот. Четкое. Посмотри. Лицо у нее, только не полностью сложилось. О. Че она орет так? Она пугает. О, все, закрылась. Что-то ее немножко заело. Я думаю, надо по ней постучать немножко. Да, я тоже постучу. Закрывайся. А звук такой бум.
Крушители! Вперед! Все, Димон, мы ее починили. Ну, я думаю, не полностью, конечно. Все, разрушили. Разломали ей морду, теперь она, мне кажется, не работает. Смотри, сейчас будет круто, Дим. Ну давай, удивляй. Загружается у нас что-то большое, грандиозное, здоровенное. Супер. Так, я еще там поубираю. Настолько супер, что я аж вылетел. Димон Покемон выходит с игры. Ну давай, подождем, заходи, мы пока приберемся здесь. Это просто очень грандиозно, поэтому... Ну ничего страшного, так бывает. Так, а я пока покатаюсь. А, мод на колеса надо. Смогу ли я разгонять свою машинку здесь? О, я полетаю чуть-чуть. Садись, чувак. Я думал, он догадается, что надо сесть. Молодец. Так, мы летим с этим чуваком куда-то. Я, конечно, не думал, что оно настолько грандиозное, что я должен вылететь тоже. Что-то слишком грандиозно. Я приземляюсь. Нравится мне летать в этой игре. Да, давай, я катаюсь здесь, смотрю. Ой-ой-ой-ой, что-то серьезное грузится. Это очень большое что-то? Очень. Реально большое? Ого! Вау! Димон, так, я удаляю свою машину. Красти краб. Была мечта моя. Надеюсь, он здесь крутой. Че, рискнешь уронить или нет? Нет, давай пока его так осмотрим. Он очень большой. Даже лодка есть. И реклама, как в мультике. Без меня не заходить. Я не хочу ничего пропустить. Вот здесь, видишь, около двери сенсор, который открывать будет эту сам дверь. Да. Ребята, напишите в комментариях, может что-то вы знаете, какие-то методы или приколы. Как ставить такие большие постройки, чтобы они не лагали, когда мы их роняем с подставки. Так что пишите. Музыку все... слышишь? Да. Вот уже внутри. Да, заходи. Здесь губка Боб работает. Do not enter. Не входить. Ну, конечно. Мы так прямо не войдем сюда. Так, вот это сейчас мы тут... Это проход открыли. Димон, а я уже захожу. Вот, Димас. О, офигеть, тут склад. Ничего себе. Смотри, птичка здесь под стеклышком. Да, и да, это очень странно. Ну, прикольно. Че, здесь ничего нельзя открыть? Музычка прикольно играет. Да. Крушители пришли. Продолжаем ломать. Пошли. О-о-о. Это чё? О, это место директора. Мистера Крабса. Да. Это не туалеты, случайно? Угадал. Вот, отлично. Да, это туалеты. Смотри, как красиво туалеты сделали. Тут вообще очень все сделано с душой. Да, мужской и женский туалет. Очень красиво все. Угу. Давай посмотрим, как тут внутри туалеты реализованы. Тут так очень мало места. Туалетную бумагу еще повесили. Коленки не влезут. Я вижу. Все, Димас, я думаю, все. Давай, полезем. Во, здесь генераторы. Как оборудование какое-то. А я думал, здесь стульчики всякие. Всем привет, дорогие друзья, с вами Димас Димончик, как всегда, отличное настроение. И сегодня мы играем в Scrap Mechanic, это у нас вторая серия. Ты у нас сегодня профессиональный подборщик тачек. Давай, показывай, давай. Что у тебя там. Какие так, ты там подготовил? Первое. Давай. Самое лучшее. А чё это такое-то? Это сороконожка, да? Ну... Ой-ой-ой.
Так, ну да, я сяду. 40-жуйка. Немножечко она... А, все, провисла. Она подгружается, да. Подожди, давай, а что она не едет? Так ты управляй ей. А, единичка. Во. Четверочка. А если я буду удерживать? А если я это буду удерживать? О, она поворачивает. А, повороты. Сейчас. Давай, 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 прикольная давай. Прикольная такая. Она такая неуклюжая. Угу. Такая вообще смешная. И это о, что? Тесси. Что за бредятина? Это ноги. Ла-ла. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Ой, тихо-тихо-тихо. Тихо-тихо, сейчас мы встанем. Ноги-ноги. Сейчас. Сейчас мы камеру подальше сделаем. Сейчас мы эти ноги исправим. Сейчас, Диманчик, подожди. Ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну. Ту-ру-ту-ту-ру-ту-ту-ту-ту. Блин, ну придумали же, Димон. Классно же. Да, вообще классно, она выглядит. А ну стой, подожди. Да стойте ноги! Ай, блин. Ребята, если вы кушаете, пьете, приятного аппетита. Они только вперед ходят. И да упади. Я на скалу полезу. Нажимай, я сейчас буду отправляться. Ой, что ты... А что ты не улетел? Не знаю. О, ничего себе. Ага. Довольно-таки неплохо. Калитка открывается. Открывается. О, я за рулем. Да, подожди, садись, стой. Я тебя покатаю. Идёшь, да, меня? Да-да-да. Тут, короче, а динамики ты... даже. А, это зеркала. Я могу только дверь свою закрывать и все. Неплохо жмет, смотри, Димон. Джип. Чё, такой, джипик? Да? Человек, который его создал, красавчик. Я профессионал, не переживай. Смотри, я дверьки открываю, закрываю. Я прям хочу на нем погонять. Он вообще сильный. Смотри, как я жму на нем, Димон. Ага. Ну, хорошо. Он какой-то нестабильный. Будем, короче, приземляться. Другого варианта не вижу. Только мягко приземлись. Хорошо, хорошо, хорошо. А то я боюсь. Не бойся. Я уже так 100 раз сделал. Ты чё? Вот давай ты будешь лететь, а я буду отламывать что-нибудь. Посмотрим, долго он проживет этот. О, давай. Это меня клонит, клонит, клонит куда-то. Ой. Я упал. Отключаем движки. Я упал, все. Это о, что Фредди. Это? Фредди. Ничего себе, он здорово. Он механический? Или вроде чё? Да. Подожди, сзади это что, противовес, короче, сзади? Стеклянный. Чтобы не падал. Надо там у него. Давай, смотровая площадка. Поехали. Ого. О, смотрите, ребята, это Бонни. Он на гитаре, что ли, играет? Ага. Он челюсть... У него глаза даже работают. Плохо ходить не могут, но все равно классно. Ребята, смотрите, какой балунбой. Есть еще и такой балунбой. Вот, так это, наверное, посерьезней. Прикольчик. О, смотрите, механика. Он ходит или нет? Ну да, что-то пытается. Может его от стекла освободить? Не, он упадет. Давай, давай, ты можешь, балунбой. Смотри, Димончик, он наоборот ходит сам. Он не падает. Разработчик красавчик. Смотрите, какой баланс. А то тебя заперли в этом стеклянном плене. Больно, да? Прям механизмы слышно, как работают. Роботы-аниматроники.
Настоящие, только очень большие. Смотри, Димон, смертельный номер от Фредди. Опа! Смотри, там нету никакой. Смотри, он даже еще живой. А что ему будет? Смотри, смотри, падает. Медленно, медленно. Так. Балунбой, давай, ляща ему. Ну-ну-ну-ну-ну-ну. Уйди, 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 уйди. Так, о, смотри, уже наклонился. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Блин, надо было сразу тот кубик ломать. Фокси, смотри, Фокси живучий. Во. Что это такое ты нашел интересное? О, видишь, он сенсорными сам себя выравнивает. Прикольчик. Смотрите, ребята, самый выравнивающийся мотоцикл. Подожди, а что это с ним? Он живет своей жизнью. О, на месте поворачивай, Дима, нажми влево-вправо. О, прикол. Не, какой-то мотоцикл, я не хочу на нем кататься. Давай что-нибудь другое посмотрим. Давай-давай, Димончик, я сейчас вернусь. О, R2D2, твой любимый. О, во. Присядь. Вообще красота. Так, и что мы тут будем делать? Не знаю, но тут прикольно. Я думал, оно летает. Движки. Просто движок. Кажется, нам надо в голову, мне кажется. Рессоры какие-то стоят. Надо к нему в голову залезть. Он сложный, непонятный. Он классный. Ой, а чё это? Фу. Ничего себе. Тут движки внутри, они заработали. Я вообще в шоке. Ребята, смотрите. Так, так. Выходим. Блин, какая-то серьезная. А, оно катит его. Я хочу к тебе. Блин, высоко. Оп, я на нем, я на нем, я на нем. Тихо, тихо. Тихонько. Во. Во! А, тут ничего не видно. Ну давай хотя бы так я посмотрю. Поехали. Он не в невесомости получается, да? Ничего себе. Два вот так, да, вот так вот. Какой-то у нас, знаешь, колеса-робот. Хочешь пересядем? Колесоход. Давай. То что? Давай пересядем, покатаешься. Давай. Во. Давайте посмотрим. А, он сам все делает. Просто там вперед нажимаешь. Эту штуку наклоняешь. Все, я понял. И не падает же. Ну. Держит четко, как надо. Робот-миксер. Сам. О, это птица. Это по-любому налетающая, Димон. Вот я тебе говорю, по-любому. Вот даже движки тут есть. Смотри, иди посмотри впереди как. Да? Это ястреб. Или вот, сокол. Смотри, сзади. Ну, может и голубь. Я не знаю. Вау, смотрите, как технологично все внутри стоит. Вообще сильно. Давай, лети. Так. О, крыльями машет он. Ты видишь? Ого. Во. Блин, она уже поднимается от крыльев. Вау, какая здоровенная птица. Ага. Приземляйся, только тихонько, Димон. Давай, давай, тормози, тормози, тормози движками. Еще тормози. Включай, включай, дополнительные. И всем привет, дорогие друзья. С вами Дима, с Дима Покемон и подписчик. Сегодня мы играем в Scrap Mechanic. Димончик, поздоровайся. Всем привет. Давно у нас не было рубрики «Крутые постройки». Если пьете, кушайте, приятного аппетита. Не забывайте подписываться на каналы. 0212 без модов, с душой для Димаса. Красавчик, понял? Погнали. С душой и для Димаса. Во, улыбочка желтого цвета. О, туалет мне нравится на углу, это не зря он сделал. Да. Димон, как ладно. Я сижу, нормально? Вообще, ножки свесил. Нет. Так, давайте изучать. Димон, о, внутри смотри, управление там есть. О, он даже с этой стороны написал Димас. Диман, унитазы крутятся. О, все, нормально. Так, я внутри. О, вот здесь сколько механизмов, Димон. Да что такое? Это сцена какая-то. Воу, унитазы крутятся, движушка мутится. Вот это офигеть логотип Димаса. Блин, классно сделал, мне нравится. Офигеть, Димас, реально дискотека туалетная. Туалет. Давай спускаться вниз. А, подожди, это как мышеловка она получается сверху. А садись, Димас, вниз. Вот иди вниз, знаешь что, покажу тебе. Смотри. Здесь, короче, Димас, туалет, а напротив куча уточек, смотри. Воу, это, короче, что у нас, магазин?
Уточный? Если на туалет. И уточки, Димас. Диман, теперь я еду. Ого! Что? Надо, Димас, на двоечку нажать, чтобы это... Во, я понял. Классно. Да. Чётенько. А, получается, он сбоку написал Димас, а сзади ТВ. Блин. А сверху Ютуб. Красавчик, вообще, молодец. Ну, а я ж тебе говорил, что Ютуб еще написано. Чё, по старой традиции мы ее не будем взрывать? Ну, конечно, не будем. Постройка так, крутая, мусор, уходи реально. Отсюда. Как создателя зовут? Квасов 0212. Спасибо тебе за крутую построчку. Делай еще, мы еще посмотрим. Крутые построчки. Так, поехали дальше. Это просто постройка, ни от кого. Просто постройка, ни от кого, понял. Ну да, просто построчка. Она появилась из ниоткуда. И что это, кстати, такое? Что это такое? Очень классно. О, так это Димон пиццерия. Офигеть, это чё? Это FNAF Ultimate Custom Night. Воу, полегче, тут кнопки есть, Димончик. Смотри. А ну, Димон, я клацаю, смотри, что будет. Ну, давай. Ого! Это чё, сейф? Это я так прячусь, смотри. Тихо-тихо, дай тоже спрячусь к тебе. Оп. Вау, нет, стой, подожди. Закрой, я хочу тут... Синюю кнопку надо нажать, Димон, синюю. Да? Воу, прикольно. Смотрите, Мас, я какую-то еще кнопку тут нажал внутри. Стой, сейчас что-то будет. А, тут отчет времени идет, она сейчас откроется, эта коробка, смотри. А, нет. Не открылась. А что это получилось? Что тут тарахтит движок? О, Димас, помнишь этого челика, что он должен просить? Вот этого. Да, 5 coins. А получается, эти кнопки, они не работают. Вот этот, тут Афтон должен лазить вот здесь вот. О, работает, вентиляция есть. Вот, да, ты открыл вентиляцию. О, дверь открывается, Димон. Блин, крутецкий. Так, получается, да, он ее не достроил. Ну, это, о, как бы, знаешь, что именно комната охранника. Это не то, чтобы вся пиццерия, просто комната. Ну, просто на всем больше ничего и нету. Ну, поэтому он не стал делать ничего больше. О, Димончик, смотри, где я. Я тебя вижу. Сейчас закрою, Димас, тебя. А ну, вот эту дверь открой, Димон. Так, а я не знаю, как там тут работает. Во, красавчик. Во. Да, недостроено. Какие-то шумы здесь, механизмы работают. Вентилятор тут шумит, сейчас мы его выключим. А ну-ка. Все, выключим. Там есть маленькая бомбочка, которая его выключит. Она не разорвет всю пиццерию. Ого! Не, она маленькая. И все, смотри. Ну да. Ну не сильно же. Малюсенькую, смотри, какая маленькая. Бум! Это постройка. Сделано Даймаксом. Офис FNAF Sister Location. Посмотрим же. Воу. Офигенно. Бум. Димон, да, очень круто смотрится. Кстати, мы качали отдельные моды, чтобы эту карту, да, посмотреть. Выглядит офигенно на самом деле. Так. Вот Даймакс, красава. Ты делай, давай, продолжай эту карту, доделывай. Именно вот эту вот Sister Location часть. Мы видели, читали твое сообщение, то что... Ты там написал наши имена, указал в описании, чтобы... Поэтому мы и нашли эту карту. Если бы не написал, не нашли бы. Доделывай эту карту, и мы посмотрим ее обязательно. Потому что сделано уже начало очень круто. А, Дима, синяя кнопка это светить, а красная это электричеством добить. Да. Вообще прикольно. Мне нравится, как вверху экраны светятся. Да, вот, кстати, тоже первым делом я и заметил это. Четко, да? Да, мне понравилось, как взорвалось, конечно. Взрыв был в конце лучше всего. Тоже пиццерия, но это, видно, самая крутая будет. Ай, головешкина. Башочки тебе дали. Я не могу вылезти. О, могу. Все, выходите по пиццерии, я буду ее ставить. Она тяжелая? Конечно, здоровенная махина такая, ух. Так, Димон, ищем вход. Вот он. Так, добро хорошая калитка, да. Пиццерию. Во, я сел. Тут кнопки, Димон, есть. Дима, иди в сари на аниматроников. Это похоже на то, что мы с тобой делали в пиццерии. Димон, а вот это рогатый, это Бонни, что ли? А в руках у него как магнитофон какой-то. Гитара электрическая. Нет, ну человек старался, он сделал миниатюрно, уже не делал больших. Блин, это круто. Димон, подожди, тут есть комната, и надо кнопки понажимать все.
А ну-ка. Девас, это лучшая пиццерия, которая... О, так это получается комната охранника с рабочими дверями. Свет. Свет. А, внизу ничего. Так. Откроем эту дверку. Мастерская, Димас. Так. Ну, это не мастерская. Ого, такая Steam, большая. Конечно. Я сначала думал, это мастерская Steam. Оказалось, что нет. Дима, тут даже молотком не замахнешься. Во, туалеты. О, это нужная вещь. Особенно еще дверцы закрываются. Мне это нравится, кстати. Вообще, туалеты шикарные. Я бы здесь жил. Так оставайся и живи. Так я так и собираюсь сейчас. О, там что-то еще есть. Кухня, иди сюда, кухня. Представь, такую маленькую карту все вместил. Просто красавчик. Со стороны, кстати, а Фокси, да. Смотри, какие уши у Фокси. Как у собаки. Че с тобой? А, это уборная, кстати. А комната охранника вообще маленькая. Так она работает, двери работают и свет. Прикольный экран, кстати. Блин, дергается все. Потому что очень все тесно, понял? Тут очень тесно. Так, сейчас мы тут немножко ремонт сделаем. Так, экран вообще глобальнейший. Так, свет работает. Все работает, двери закрываются. Все, я спать. Диманчик, спокойной ночи тебе. Да, спасибо. Отлично, ты тут спасал. Все, Диман, больше не мать тебе, где жить. Да, ничего во, страшного. Фоксюшкин. А ну, посмотрим, механизмы есть? А, нету. Прикольный материал, какой-то камень, что ли. Смотри на его руки, как он может. Мас, сейчас мы его немножко починим. Ну, опять. Дима, ты что с его коротышку сделал? Карлик какой-то был. Смотри, что паркур. Стойка на голове, Димас, умеешь так? Нет, как Фокси вообще никто не умеет. Вот Фокси вообще такой мужик, конечно, жесткий. Так, вот. Кого-то придавило, Дима, немножко. Да-да-да, аж придавило. Это получается, она на флейте играет или что, не понял? Не знаю, не знаю. Бум. Да, это на флейте играет. Это табор... А, не, все нормально. Так, есть кнопка по любасу, давай нажимать. Это прикольно выглядит, она реально как будто на флейте играет. А ну-ка. Так, Бонни, ты за мной что, следишь, что ли? А, ты, вы за каждого аниматроника, Димас, а ты... Да, смотри, я кручусь влево-вправо. О, Дима, смотри, флейта. Давай, флейта. На флейте лупаш. Это есть, Димас, настоящие аниматроники. Прикол. Ой, я классно сделал, оно как бы целое осталось, но не полностью. Ну Чика нормально еще деп делает, Димас. Да-да-да, она флексит. Флекс от Чики. Бум. Чья-то нога еще осталась. Фредди, давай забирай свою ногу. Ей, всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Димон Покемон, как всегда, отличное настроение. И сегодня мы играем в Scrap Mechanic, будем поднимать вам настроение. Если вы пьете и кушаете, приятного аппетита, Димончик, поздоровайся. Всем привет. Ну что, показывай, что ты нам приготовил интересного и вкусненького. А может и невкусненького? А вкусненького ничего нету. А, понял. Так, хорошо, ладненько. Начнем с того, что мы не посмотрели в той серии. Это две построечки есть такие интересненькие, сейчас посмотрите. Давай, погнали. Я, в принципе, все интересненькие ищу. О! Может быть, неинтересненькие. Что за кабака? Так. Это дрампадс или пианино какое-то. Неплохо, включай. Я уже хочу послушать. Всем нравятся музыкальные постройки. Написали в комментариях больше построек. Дима, она на подставке стоит, удаляй ее. Да? Я удалил. Я удалил ее и так вроде. Так вот стояла, вот теперь я удалил. О, ага. Немножко FPS съела, ну ничего страшного. Ага, немножко. Как включить кабаку эту? Где кнопки? Чё-то не вижу, Дима, ты видишь? А это пианино, надо играть. А, так нажимай. Ого, я не увидел просто. Чё за говно? Так. О, слышишь? Играет! Офигеть! Смотри, пианино жмется само. Воу, воу, полегче. А ну дай нажму другую.
Прикольно, да? А это? А это что такое? Ого! Круто, ребята! Мы с Димоном диджей. Только я за девчонку играю. О! Круто! Вот это самое классное. Так, смотрим. О! О! Диман, а ну кто это быстро говори? Фантайм Фредди! А чё с тобой? Он заел, что ли? А ну? А не. А вы... Ого! Чё-то с ним, Димон, да? Какой-то он очень жесткий. Я угораю, с него руки сзади, голова впереди. Димон, ты его поломил. А если ничего не нажимать, то он будет... То он будет просто танцевать, и все. А, тут две кнопки. Одна здесь, одна там. Одна отвечает за то, чтобы он просто танцевал, а вторая вот для того, чтобы он крутился. Или нет, я не знаю, как это работает. Давай посмотрим, будет опять он такую фигню творить, не? А, ты жмешь? Ого, ого, Димон! Какой интересный человечек. Чё за говночеловек? А ну, нажимаем. О, глаза засветились, и все. И все, больше ничего. Очень стрёмный челик. Я думал, примерно такого же построил бы. Я сначала думал, что это Фредди, а потом смотрю, нет. Это... Вроде говночеловек. Фредди. Да, это Фредди. Это Фредди был? А это Чика, я понял, это один и тот же этот чувак строил. Да, и тут глаза красным светят. Не, ну безобидно, мой сын может так же самое строить, даже лучше, мне кажется. Я точно так же буду, могу ставить. Нафига он кнопки ставит? Чисто поржать, глаза включать? Ну да. Очень нужная функция. Блин, а это один и тот же челик, по-любому. Не, это уже... А, да, один и тот же. Оно видно, что у него все какие-то, не знаю, какие-то... Ноги странные, что ли. Вот такие вот, да. Плоские. Микрофон в руках. Ничего интересного нету. О! Вот это кабака мне нравится. Голова Фредди, блин. Я сел. Давай. Диман, я могу теперь ее управлять, я так понимаю? Да, блин, да, мне так нравится это делать. О, смотри, Диман, смотри на его челюсти. Так. А, придавило меня. Точнее, я сам придавился. Так. Что у него с глаз... А, все нормально. Смотри, я к нему залез. О, Диман, сиди. Подожди, а вот тут кнопки еще есть, это чё? Я немножко пошаманю тут. Ну, ты чё ему ломаешь тут внутри все? Ну, я тут чуть-чуть пошаманил, вот теперь попробуй им руководить. Давай. Руководи им. Ой, там чё-то... Диман, чё-то плохо... Плохо он стал работать. Давай. Давай, Димас. Так, челюсть закрыли, поворачиваем. Не, Димон, работает. Блин, повернули. А ты челюсть закрой. Сейчас, подожди. Она не закрывается, ты ее поломил. Она в другую сторону идет. О! Что это за каб... О, кабака. Это танцор диско, знакомьтесь. А ну включай. О, у него хвостик есть, Димон, иди посмотри, поржешь. Та-та-та-та-та-та. А чё он делает? Просто танцует? А, он шагает, типа. Чё он на бок шагает? Танцует. У него там какая-то антенна есть. Давай немножечко поменяю тебя, дружок. Я хочу... Давай, Димас, запускай его. Я тут сейчас... Ну давай. Ты чё-то жёсткое сделал, да? Не норм, Димон. О! А, Димон, у него пушки есть. Это не пушки. Пушки. Я, походу, его переклинил. Ладно, убираем его. Ну, такой, я думал, ты... Помнишь, ты ноги ставил, где можно управлять? Это было прикольно, кстати. Вот, Димас, это тебе напомнит, знаешь, что?
Это мне напомнит карусельки, я помню их. Помните, я уже даже знаю, что ты хочешь с ними сделать. Сейчас, увеличу мощность. Ты сейчас делаешь адские карусели. Да. Теперь дети жалуются, качели плохо работают. Сейчас мы все сделаем. Так, здесь убираем. Сейчас еще хуже работает. Здесь замыкаем проводки. О, кнопку вижу. Я включил, Димон! Стой, подожди, я внутри. Так, Димон, включаю. Ну вот, едут. Быстрее едут, чем надо. Не, так же само. Так же само? Ого! Димон, ну что? Ого, это бешеная карусель. Жесть, что это такое? Ой-ой-ой, она живая еще, Дима, не подходи. Ого! Смотри, там что-то дергается, у нее пятка какая-то. В эту карусель вселился дух, который хочет убить всех людей и поработить землю. Да. Он живой еще, не подходи. О, сейчас... нормально поехала. Смотри, он пойдет. Уходит отсюда, он просто уходит. Это динамит, да, я догадался? Да, бомба. Все, Димас, беги. Да, мне беги, кажется, беги. Ты дуришь. Оно просто расчепирится и все. Не, сейчас будет. Да я успею бежать 40 тысяч раз. Не, ну ты подожди, стой, смотри, сейчас полное будет. И... Вот так вот, отсюда буду смотреть, дальше не буду. Вот ты обманщик! Я прям, знаешь, так, знаешь, как, когда боишься, что взорвется что-то, так, как бы смотришь и глаза прищуриваешь. Блин, Димон классно подколол. Прикольная штука. Четко, да. Ты такой, Димас, даже отошел в последний момент. Как она называется? Бомба. Понял. Фейковая. Да, смотри. Смотри прикол. Что-то большое? Очень классное. Ребята, сейчас вы оцените. Ого, это АВП. Dragon Lord. Да, Dragon Lord. Вот это кабака. Вот это чётенько, да? Ребята, даже подальше отойду, чтобы... Но она не работает, это обманка, я уже понял. Но выглядит это очень потрясающе. Очень круто выглядит, да. Прям вообще что-то... А если ты её уронишь, что будет? Давай урони её. Давай, не ссы. О, переклоняется, смотри, Димон. Да? Дуло падает, смотри. О, сейчас. А нет, чуть-чуть только упало. Во, падает. Бух. О, все, упало. Дуло, я хочу посмотреть, внутри дуло пустое или залито? Залито. Димон, стреляй. А я внутри АВП, Димон, гуляю. Я тоже внутри АВП гуляю. Ой. Какая-то она стрёмная. Блин, я не могу подъемник поставить, а мне надо туда подняться. Ой. Че у меня от меня АВП улетает? Ладно, иду к тебе, а. О, это ты? Да. Это ты? Это я. И всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, с Днём Покемон. Как всегда, отличное настроение. Сегодня мы играем в Scrap Mechanic, будем смотреть крутые постройки. Димончик, поздоровайся. Всем привет. Если пьете, кушайте, приятного аппетита, а мы начинаем. Димон, так, удивляй. Ставлю первую постройку. Погнали. Это будет Годзилла. Годзилла с классным хвостом. Кстати, мы уже видели похожую постройку, но это... Это другая Годзилла. Это другая Годзилла, это была Годзилла больше. Так, под хвостом все хорошо. Я тебе движок ускорил. Подожди. Давай я поставлю, стой, сиди. Ну-ка давай, да, тут что-то мне не получается, Димас. Бум, давай. Плохо. Так. А ну нажми вперед, просто газовать. Че она не летит, да, Димончик, слабенько? Она, а мне кажется, она не летающая совсем. Да летающая? Думаешь? Не знаю. О, смотри, как пасть открывает. А ну сейчас я тебе подожди, включи еще раз передние ускорители. Дима, смотри. Ого, это что, язык у тебя такой? О, ну Димон, выдвини его, давай проверим кое-что. Ну да. А, блин, нельзя прицепить на нее. А ну что ты низко стоишь, наверное. Я тебе сделаю красивые щеки. Это нос у бурундука. Давай попробуем взлететь все-таки. Давай. Да не взлетишь, Дима, она не летает. Не, ну сейчас попробую, сейчас, секундочку. Что-то красное тут подсвечивается. Какой-то лазер, Димон, у тебя по бокам какие-то фонари загорелись. О! А, это штука, чтобы ты не падал. Блин, это вообще. Димон, да, поза ню. На.
Нет, нет, нет. Да-да-да, Димончик, это такая самая бесполезная постройка, Годзилла. Так, а следующее как раз-таки должно подойти для бомб, потому что... Ой, это бункер, Димас, называется. Нифига себе коробка. Это класснючий бункер, да. Чё у нас тут сложно? Это, короче, у нас склад. Называется он кактус. Я не знаю, почему, правда, как он так называется. О, закрывается, смотри, Димон, двери. Значит, во, мы проверим, на бомбы выдержит или нет потом. Ну, потом, да. Димас, зайди наверх, ты офигеешь. Иду, иду, иду. Смотри, здесь сальтухи крутит антенна. Не, она мне сальтухи не крутит, она мне ровно стоит. Вот. Как будто инопланетные силы ее захватили. Не, у меня такого нету, тут все четко. Тупо бах поймал, класс. Так, это что такое? Падай, падай, вот. Падай. Скидывай, вот. Димончик, скидывай, скидывай, скидывай. Подожди, подожди, у меня что за фигово. Уходи, все, теперь у нас будет лучше телевизор ловить. Все, закрываемся, у нас бункер, сейчас будет ядерный апокалипсис. Так, закрываем нашу... А что-то не закрывается? А все, закрыл. О, называется все. Бункер кактус называется. Во. Красава. О, здесь два компа как раз для тебя и для меня. Тебе будем в КС-ку лупашиться. А что у меня разноцветный? О, давай включаем все подряд. Блин, круто. У меня еще цветок рядышком. Вау. Смотри, сколько кактусов. Так а смысл, если тут можно выйти? Как оттуда? Может, это просто дырка? Это что, кактус такой? О, а здесь... Смотри. О, во! Бункер, серьезно. Значит, и тут можно где-то закрываться. Кстати, этот бункер, Димас, называется кактусный. Вот, Димон, вот как закрываться. You are not welcome. Вау, офигеть, здесь круто. Нифига себе. Так, Димас, ты сиди здесь, я сейчас попробую вот тебя взорвать. Давай? Давай. Давай, сейчас проверим как раз-таки, бункер ли это или не бункер. Потому что... Погнали. Бункер должен выдерживать очень большие взрывы. Понятно, давай только маленькую бомбу, а потом сильнее и сильнее. Так, давай как-то вот сюда вот. Все, Димас, приготовься. Нифига себе, маленькая, ты меня обманул. Я ж дернулся. Вот это взрыв был. Вот такая вот. Вот это такая бомба сделала такой взрыв. Да. На. Класс. Это было мощно. Следующий, Димас, вот ты садись теперь на этого робота ты. Давай посмотрим, как это будет выглядеть. А это какой-то Раскорячкин. О. Так. Ходить-то ты умеешь? Вот, Димончик, он хорошо ходит, прям уверенно. Я сейчас завоюю планету. Прям уверенно идет, вообще четко. Вау! У него бомбы, короче, из живота вылазят. Надо его заново, Димас, поставить, там на этом челике есть бомбы, короче. Ай-яй-яй, сейчас упадет. Так, давай, Димас, еще раз поставлю. Смотри. Так. Нет, это вот этого робота оставь, пускай он будет ходить будет. Смотри, Димас, смотри, смотри, видишь? Вижу, вижу. Так, этот робот, он такой, интересный. У него датчики вот стоят. Ну? Блин, мимо. Куда? Она вон выпала, бум. А что, получается, одна бомба только? Ой-ой-ой, лагает. Ой, лагает, Димончик. Роботы, ну короче. Сейчас я исправлю это все, Димон. Вот это круто, так, давай, я, Димас, помогу тебе. Отлично. Во, другое дело. Сразу зачистили всех ненужных. Подальше. Так, Димас, смотрим это, что? О, крокодил. Крокодайл. А что типа надо... Что делать надо? Не знаю, можно нажать кнопку, она закроется. Давай понажимаем тут все подряд. А, может пульт управления здесь? Не здесь. Может... А, во! Не, Димас, это клыки у него двигаются. А, во. Блин, схватил меня, схватил. Там датчики, наверное, Димон, стоят. Крут. Вообще класс. А ну еще раз. Типа, смотри, я не вылезу отсюда, понял? Вылезешь. Ой. Подожди, дай если бы ты клыки эти оставил, я бы не вылез, наверное. О, открывается само. Да, я тут похожу. Тут датчики вот тут стоят. Давай, Димас, посмотрим, как он устроен. Давай. Так, тут какие-то подставочки. Ну, в принципе, норм. О, тут можно жить. Видимо. А наверное, после этого не буду, да, работать? Ой-ой-ой-ой, залагало. Отлично. Димас любит исправлять баганы. Так, подожди, надо тут взорвать, потому что тут очень много кубиков ненужных. Так, смотрим аниматроников Фредди старенького.
Пожилого. О, стоп написано. Так, челюстюхи работают. Давайте я туда запрыгну. Ай-яй-яй-яй. Димон! Вы, эй, вы играете неправильно, прекратите. А, ты что, взлетел, что ли? Я под карту улетел, давай еще раз. Я тут что-то делаю. Смотри, Дима, сейчас еще раз под карту улечу. Во! Не. Не-не-не, во, вот тут вот. Все, поломилась челюха. Да я вроде не ломал никто ее. А ну? Да блин, мне уже больше не пихает под карту. Да я ее вообще, Димас, не трогал, вообще ни капель. Хорошо. А что ты там делаешь сзади-то? А ты обманщик. Ты разломал всю постройку эту крутую. Фредди, не расстраивайся. Вот. Ой, это было эпично. Смотри, как осталось, какие части остались. Только... Давай еще разок жахнем, тут с этой стороны прям. Только верх остался. Офигеть, классный. Офигеть. Да. Вот это точно классно. Воу, это какой-то игры. Это Range Rover, Димас. Так, так, так. Тут такой передок у него крутой. Знаешь такую машину Range Rover? Конечно, нет. Вот это она. Так, как тут залезть в нее? Она очень найдем. Высокая, очень здоровая. Во, кнопки здесь, не? Как кажется, как... Вот, вот эта штука. Во, открыл. Отлично, Димон, это прям какая-то грузовая. О, вот, тут, Димас, сиденья. Смотри, как я сел прикольно, кстати. Ты видишь? Сейчас посмотрим. Ну, посмотри, вижу, ты держишься руками за эти штуки. Это как в самолете парашютисты выпрыгивают когда? Десантура. Димас, ты там стрелять можешь, я вижу пушки наверху. Так, сегодня клацать все. Фары. Давай. Ого, прожектор. Ого. Тут мод. Офигеть. Блин, когда ночные карты добавят? Во, Димас. Стреляй. А чё, не? Чё-то не стреляет. Ну-ка давай, может... О! Стрельнул, что ли? Да. Давай. Двойной выстрел. А ну, Димон, поставь какую-то постройку, я жахну да, в неё. Да, давай. Так, мне бы сейчас выйти. Чётко. Во, вышел. Димас, вот это построище у тебя тут. Так. Я пока отъеду. Вот, Димас, старая чика. Старая чика. Сейчас. Димас, она вообще улетела. Ничего себе, давай еще раз. Давай подъеду. Давай. Ой-ой-ой, ничего себе там. Управление стрёмное. Сейчас, Димончик, надо вот так встать, наверное, мне. Чё, вот так. Меня сейчас попадёшь? Во-во-во, вот так я сейчас точно попаду. Офигеть! Давай сейчас, ребята. Ой-ой-ой! Чё ты сделал? Смотри! Ну, чё-то она забагалась, да что такое? Она сама по себе стреляет! Вот, Димас, чика, я же её поставил. Да-да-да, кстати, она как-то не ломалась, она из металла. Края чика. Подожди, механизмы есть? Так. А, Димон, механизмы какие-то есть, Димас, да? А ты что ли поставил? Нет, это ты пип. Это ты пипиську поставил. Тут кнопка сзади, Димон, есть. Нет, это не я. Во, а что она делает? О, она танцует с пипи. С бомбой. Ну что это за танец? Димон, ну что ты? Все, Димас, я его удаляю. Бум! Вау! Давай следующую постройку. На этот раз она уже последняя, Димас. Во, ну, так, а как этот аниматроник называется? Music Man. Давай, включай Music Man. Music Man всякого. Кстати, вот этот зеленый, Димас, Фредди... Кнопка вот. Во, да. Ну... Мне нравится, Димон. Круто сделано, все равно. Вот, о, давай бомбу ему положим прямо между этих... Между ягодиц, ой, между ног. О, может взорвется? Давай еще положим. Давай, сейчас. Блин. Ребята, прикольно, давайте. Ребята, если вам нравится, ставьте лайки, не забывайте подписываться на канал. Да что такое, Димончик? Что, Димас, уже лагает, давай взрывать. Да вроде не сильно. Бум.
Ого, еще сколько бомб осталось. А, они все взорвались? И, друзья, ну что ж, если вам понравилась эта серия, вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, вступайте в группу ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения и всем пока.